этого, блядь, батона. Нихуя. Запись батона на... давай по линии. Я хочу показать все достижения, которые я достиг в Майнкрафте, понимаешь? Слышь, давай батона по линии отдадим. Да, пошла, она у нее деньги, если Вася купит. Да давай, я подарю ей батона. Так, здравствуйте. Я делаю обзор на Майнкрафт. Как бы, вот, всего, что я достиг. Ой, бля, я спалился. Ну ладно, короче, видите, вот эти все, короче, вот эту всю хуйню я сделал, потому что у меня есть... Я скрафтил, в смысле, вы тут не подумайте ничего. Так, да, ладно, да, да, the home. Вот, я переместился в свою хатку, как мы видим. Довольно-таки неплохая. Все сделано, я все сейчас покажу, всего, чего я достиг. Слайк, день пропиши. Там пропиши, блядь. Вот, видите, вот это мой моя хатка. Вот здесь, короче, я арбузики ращу. Арбузики мы нашли семена, короче, в этом. В шахте, да, там заброшенные. Вот здесь хлебушек. Но это, короче, это на первое время, если там перекантоваться, кто зайдет. Короче, вот так. Вот здесь, короче, у меня, видите, да? Моя комната, все сделано в стиле хай-тек. Вот здесь, короче, идет дерево, резко кирпич. И тут просто нету такого облицовочного материала, короче. И здесь золотко. Все добыто честно, в смысле. И так как я при выживании играю, бля, мне надо жрать. Вылетел? Нет. Играю я уже где-то полгода на этом серваке. Ну, мой друг держит. Вот здесь у нас, видите, у нас здесь топочка. Одну дверку не жалко, ладно. Так, пойду покажу свое хозяйство. Все, чем мы питаемся здесь. Слышь, Данил Сергеевич купил Assassin's Creed, слышь? Revelation? Да. Вот какая пиздунка. Так, ну сделай день, алло. Либо не придурок, блядь. Сам ты придурок. Вот здесь все, что у меня есть, эти поршни, хлебушек. Наверное, я возьму себе арбузик. Бля, я забыл, что у меня друзья могут лазить по моим этим. Вась. Так, ладно. Пока можно не хавать. Живем мы здесь, да, видим, что. Вот. Батон принялся. О, батон. Мы писали его. Вот, Ирочка, там, короче, там... это Славика подруга. Слышь, там же алё, слышь, там же два видео было. Батон. А не, одно неудачное было. Ирочка здесь, Вика написано. Вика это такой загадочный как бы герой. Вика Машерская. Да, Вика Машерская. Я даже не знаю, кто это такая, но... Так, ты знаешь Вику Машерская? Да, когда монтировкой по роже бил ей. Да бля, я убью тебя, лодочник ебаный. Не трожьте ее, бля, она святая. А, вот, короче, наше хозяйство подсобное. Вот здесь свинюшки. Я на медик скинул. Че это, блядь, за хуйня? Да я че ебу, что ли? Смотрите, вот здесь свинюшки. Я ебу, ты мне скинул, блядь. А, программу для Майнкрафта. А че запускать? А, там, короче, майн есть. Вот здесь свинюшки у нас. Вот, я тыковки ращу, короче, вот, да, видно. Тыковки, блядь, как мне зайти сюда теперь? Алло, надо ломать, блядь. Надо ломать. А, нет. Можно и не ломать. Хули, она что, не на русском, да? Мы, короче, это чтоб свинюшки не бегали по моей плантации, а то они здесь все хавают, сучки. Слушай, а чё тут нажимать? Майн. Да, дата, блядь. Дата, заходи в дату. А тут, блядь, подожди. Здесь я тыковки ращу, так как я, короче, ну... Чё нажимать, смотри, соглашусь, тыковки, короче, open. Мне выдали. Я так, очень оп, сильно зверствовал, просил нищий, одну блядь. Тыковку. Ну, точнее, одну семечку. Он мне ее выдал. И ну я да. Из нее делал ростки, они проращивались, я... Ой, бля... Я, короче, делал много семечек. В итоге я сделал 64 семечки, как мы видим, все поперло. Так, я уже бизнесмен, короче, можно посмотреть, сколько у меня денег, я самый богатый. Мани у меня 5210 долларов. А так, делаем мани топ, да, Слайк? Ой, топ. Ой, бай, прикольно. А, вот наш... у Шоу самый богатый, у него 5210, это я. У Сергея 91 доллар, у Кабзика 472, так, заново пишем.
Слушай, на первом респауне на нашем. Так, видимо, у бати, короче, 3893. Батя был самым богатым здесь. Но я потом раскрутился, построил завод, короче. Там я сделал... Кирки начал, короче, не железный, как он называется, каменные продавать. В итоге я раскрутился до такой степени, что я стал богаче бати. Сейчас покажу там то, где я выращиваю деревья себе для того, чтобы делать двери. Двери очень необходимы, так как я недвижимостью владею на сервере. Вон мои деревья. И сейчас заодно заводик покажу. Слушай, а как ставить какую-нибудь хуйню? Не знаю. Где, блядь, этот квадратик? Чё он, сука, опять не появился? Был, блядь, появлялся. Ну. Вон мой завод. Я его, кстати, тоже на него обзорчик сделаю. Только мне надо сейчас похавать, а Майнкрафт улетает, ладно. А, нет, нельзя так. Надо, короче, вот так вот сбросить, а потом я за ними приду. Просто у меня долбанный Майнкрафт, он глючит иногда, и именно на сейчас попало так, что он заглючит. Вот, теперь надо покушать. Я вас не звал. Иди ты нахуй. Ничего, я обзор делаю так. Вот, видите, обстриженная уже коровушка, или как я там... А, ну это как... Вот, да, видите, моя плантация. Я как бы очень такой экономичный человек, экономику поднял на серваке. Когда-то все действовало для того, чтобы все выдавали, короче, ничего сам не зарабатывал. Да ёб твою, не отвечает! И я поднял экономику с пенкой, кстати. Мы решили уйти в новую деревню и ничего себе не брать, кроме инструментов. Я зажрался, взял алмазные. Вот видим, да, вот здесь вот я... ПВК, зариша и дрисковки. Это моя одноклассница. И вот здесь, как мы видим... Подождите, я делаю обзор. Вот здесь мы видим, короче, я сажаю деревья. Вон там тоже. Из всего этого я сделал столько вот деревянных дверей. Потому что я построил... У меня очень много зданий на серваке. Я даже сам не знаю, где они расположены, потому что я делаю их очень много, строю просто так. Потому что вот эти деревья я рубаю постоянно. И сажаю на место новые. Вон, видите, там уже этот... Там, короче, свинюшки, вот три спауны, короче, мы так и дело прописали для нужды. Респауны, да. Респауны мы прописали, не скрываю. Вон, пойдемте, я пройду экскурсию по заводику. Пена, скажи что-нибудь. А, вот. А, вот видите, вот это вот пиздень, вот это вот огорожено. Вот это, короче, хлеб растет. Раньше я увлекался хлебом, но потом понял, что лучше выращивать арбузы, это очень экономично. Вот, у меня арбузов плантация небольшая, в принципе, но хватает на житье, так и скажу. Я раздаю по 50% воды бате, так как он прописал вам... А, нет, батя я прописал респаун. Он дал семечки, которые мы искали, короче, в шахтах. Ну, в конце мы нашли сокровищницу и взяли оттуда семечки. А прописал... Я нашел, блядь, сокровищницу и взял оттуда. Я с тобой ходил. Сука. Прикрывал тебя от пауков. А потом я допер, что можно сажать, короче, вот эти вот тростничок. Из них мы сделали полочки, там карты, короче. Ой, деревушки. Ой, мои эти двери. Они не берутся, потому что у тебя все упало. Отсюда очень многое, да, есть как. Ой, я нашел, как эти хуйни ставить. Что? Ну, всякую хуйню там, блядь. Золото. Как, блядь, хату нашу найти? Какую хату? Ну, блядь, где мы сейчас строимся? Где она, блядь, находится? Хоу. Нет, на карте. А, на карте, не знаю, координаты могу сказать. Ну, координаты там 1100 минус 450, а как, блядь, тут их найти? Напомню, еще раз. Так, ладно. Как видите, никакого прея, это все мультиплеер. Вот здесь, короче, написано «Завод Егора». Это мой завод, да. Если не верите, могу зайти в сундук, там все. Там все привачено именно ко мне. Какой хотя бы, блядь, стороне, ебать. Вот. Ой, блядь, долбаные эндерманы. Что мне делать? Здесь я сплю. Видишь, тут не дождались ночи, типа. Вот мои сундучки. Вот здесь деревяшки видим, да, дерево. Оранжевое дерево. Здесь у нас песочек. Это из него. О, от глинка. Бля, кстати, глину оттуда надо притащить. Вот здесь, короче, хлеб, это чтобы жить на заводе. Здесь у нас эти.
Здесь, по-моему, кирпич где-то будет. Что такое? А, вот тут, короче, камень у нас. Камень и уголек. Вот. Да, камень и уголь. Вот, раньше я на топорах же раскрутился, в общем. Это я надел топок, они все работают. Все. И тогда во всех плавится абсолютно в каждой. Чтоб такое количество у нас заказов. Благодаря ним я поднялся с нуля до 5000. Плохой выход. А можно, слышь, этот спавнер, короче, чела сделать, чтобы даже если ты, короче, уже это, сразу, чтобы ты появлялся в этом. Да, ты да. Через эту мапу там спавнер можно сделать. Но я тебе говорю, просто возьми и город перенеси. Тот наш город перенеси его куда-то на эту часть.